We're not born to be humble. We're born to be humble. Everybody know it. Boxing's a brutal sport. He dominated. Dominated. His legs are huge. His thighs are huge. His arms are huge. His neck is huge. So it's like, it's very risky, yes. But God is in control of all. I was beating everybody in every weight class I was in. What's she gonna do? It's like David and Goliath. He's a giant monster, we know. And my ego's with me, and I'm saying, you think you fly, huh? You ain't shit. Look, the amateur getting here, kick your ass. You better get on top of your game. You wanna get embarrassed in front of these people? And I'm little old David, who only has God on my side, which is only all I need. And then the other ego say, fuck you, and watch what I'm gonna do. Всем привет! Слухи оказались правдивыми. Майк Тайсон и Рой Джонс-младший договорились о выставочном поединке. Он запланирован на 12 сентября в штате Калифорния и пройдет по системе Pay-Per-View. Вот некоторые детали. Поединок будет рассчитан на 8 раундов, разумеется, в супертяжелом весе. Боксеры будут выступать без шлемов, но в 12-унцевых перчатках. В настоящих поединках боксер, выступающий выше полусреднего дивизиона, надевает 10-унцевые перчатки. Бой санкционирован атлетической комиссией штата Калифорния. Глава этой комиссии Энди Фостер сразу предупредил. Это не будет такой бой, в котором они попытаются оторвать друг другу головы. Они будут просто двигаться по рингу и позволят фанатам посмотреть на легенд бокса, сказал Фостер. Ну, это лишь мнение Фостера. А вот что сказал о поединке сам Майк. И, судя по всему, Джонсу придется нелегко. В бокс не играют, особенно если ты Майк Тайсон. Если бы это был Мухаммед Али, и у него был бы выставочный бой, я бы мог представить, как он будет наносить боло панчи, как он дурачится, и делает все эти вещи для того, чтобы устроить шоу. Но, брат, ты так не дрался. Ты привлекал тем, что в первом раунде выбрасывал бомбы на своего соперника. Именно, Макс. Единственное, что я могу сказать, я новичок в таком деле, как драться полегче. Я не знаю, как это делать. Я просто иду вперед на полной скорости. Я не знаю, Рою придется как-то это пережить. Майку, напомню, 54 года, а Рою Джонсу 51. Свой последний бой Железный Майк провел 15 лет назад. А вот Рой Джонс дрался относительно недавно, в 2018 году. Майк, к слову, этим анонсом отобрал самую прибыльную дату профи-бокса. День независимости Мексики у Сауля Альвареса. Так что возвращение Канело, действующего бойца, теперь будет точно отодвинуто, скорее всего, на октябрь. Ну и конечно же, как же без раскрутки? Люди не рождаются смиренными. Мы не рождаемся смиренными. Мы рождаемся для того, чтобы нас усмирили. Все это знают. Поэтому они здесь. Бокс — это жестокий вид спорта. Он доминировал. Доминировал. У него огромные ноги, огромные ляжки, огромные руки, огромная шея. Это очень рискованно, да? Но Бог все контролирует. Я бил всех подряд каждую неделю, когда был активен. Что ты сделаешь? Это как противостояние Давида и Голиафа. Он гигант, монстр, которого мы знаем. Мое эго играет со мной в игры, оно говорит мне, думаешь, ты крутой, да ты никто. Тот мужик попытается надрать тебе задницу, тебе лучше быть на пике своей игры. Хочешь опозориться перед этими людьми? А я маленький Давид, на стороне которого только Бог, и это все, что мне нужно. А вот другое эго говорит, да пошел ты, смотри, что я сделаю. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на Fight Space. Пишите, что думаете об этом поединке. Всем пока.